Пополнить запасы. На станции переливания крови ждут доноров. К новогодним праздникам требуется особая подготовка. У нас большой перерыв, и сейчас мы заготавливаем как можно больше крови. Заплати и спи спокойно. Клинчане задолжали по имущественным долгам 160 миллионов рублей. Инспекторы готовят материалы для суда. Неуплата налогов влечет за собой дополнительную нагрузку на налогоплательщиков. Это начисление пеней, оплата госпошлины по суду. Подарок в 400 килограммов. Клинчанка Аня Матвеева получила пианино от губернатора. Девочка победила в проекте «Одаренные дети». Мне нравится играть быстро, но очень сложно и виртуозно. Это очень сложно играть. Поджог или неосторожность. Сразу 7 машин пострадали в пожаре на улице Первомайская. Ведется доследственная проверка.